До вечера. Наташ, подожди. Слушай, знаешь, не надо ходить к портному. Не хочу я. Паш, да ты чего вдруг? Я же обещала. Да ну его. Ну чего, мы сами не справимся. Сами все решим. Смешно это. Я пойду, время. Вадик, куда вы его ведете? Он ничего не сделал. Он ни в чем не виноват. Наталья Михайловна, пожалуйста, не оставляйте Софию. Я вас очень прошу, пожалуйста. Папа! Кнопка, девочка моя. Пап, не уезжай. Я не буду тут без тебя. Кнопочка, пожалуйста, вернись в дом. Тебе здесь нельзя, слышишь? А я скоро вернусь. Я же тебе обещаю. Ты же веришь мне. Пожалуйста, слушайте, Наталья Михайловна, все, иди. Лия, забери ее. Ну, забери. Голову. Думаешь, если папа не будет, так все тебе достанется, когда я умру. Детка, ты что такое говоришь? Я не отдам тебе моего папу. Лили, идите в дом, а мы сейчас придем. Тихо. Он на ней женился. У них будет ребенок. Я ее не люблю. Полицейские сказали, что из-за меня он убил человека. Думает, я не слышу, но я все слышу. Я хочу, чтобы он вернулся. Тихо, тихо, тихо. Все будет хорошо. Почему ты еще здесь? Ну, езжай, вытащи его! А чего ты так переживаешь? У тебя есть брачный договор. Даже если Вадика посадят, тебе достанется... Если Вадика посадят, то он тебя уволит. И наймет целую армию незнакомых мне адвокатов. К тебе я хотя бы уже привыкла. Вы сами все видели. Сейчас не до этого, поэтому давайте как-то перенесем ваше занятие. Да, конечно. Нет. Тогда... Я хочу учить французский. Ну, в другой раз. Но ты все горишь. Нужно вызвать врача. Хотите, я вызову? Нет, нам обычная больница не подходит. Я сейчас позвоню в нашу клинику. Я могу с ней подняться? Не забудьте халат. Пойдем, пойдем, пойдем. Ладно, я поехал. Вытащи его. Пожалуйста, вытащи, иначе я начну сомневаться в твоей преданности нашей семье. А ты думаешь, что все делается вот так, по щелчку пальцев? Лиля, речь идет об убийстве человека. Если Вадика задержали, на это есть веские основания. Прости, но не все в мире происходит так, как тебе хотелось бы. Жалко. Портов, на выход! Лицом к стене, руки за спину. Налево. Пошел. Стой, лицом к стене. Руки за спину. Пошел. Что мы имеем? Профессор Григоришин убит в собственном кабинете Института иммунологии. Вы спонсировали его исследование. У вас был доступ к помещениям института? Да, естественно. Ну и что? Профессор отравлен с помощью газа ксенон.
Оказывается, не только в фарах автомобилей используется, но и как наркоз. Так вот, у профессора непереносимость к наркозу. Иначе говоря, жесточайшая аллергия. Вы об этом знали? Может быть, знал, а может быть, не знал. Послушайте, моего клиента дома ждет больной ребенок, молодая жена. У вас хоть что-нибудь есть? Давайте как-то ближе к делу. Баллон с ксеноном был примотан скотчем к внешнему блоку кондиционера Григоришина. На скотче ваши отпечатки пальцев. Через 45 часов, вернее, уже через 43, суд вынесет решение о мере пресечения. А до этого времени вы побудете у нас и подумайте, откуда они там взялись. А вам спасибо, до свидания. Ну все, засыпай. Ну, звоните мне, если что. Если буду недоступен, то на ресепшн в Центре иммунологии. Так, вот моя визитка. Я теперь вместо Григоришина. Я сделал укол успокоительного. Она должна заснуть. Ну, а если станет хуже, заберем в клинику. Вы думаете, будет хуже? Будем надеяться, что это просто стресс. Я вас провожу. Татьяна Михайловна, можно я вам кое-что скажу? Конечно. Я не буду учить французский. Не смогу. Просто очень хотелось, чтобы вы пришли. Сможешь. Еще как сможешь. Ты очень способная. Жалко папу. Он так старался. Что-то я сегодня устала. Простите, Наталья Михайловна. Уснула. Наташ, простите меня. Да что уж там. Я просто так его люблю и... И боюсь потерять, а тут этот арест. А за что его арестовали? Не знаю. Думаю, что конкурент подставил. Он такое чудовище, ни перед чем не остановится. Чертов бизнес. Наташ, я не знаю, что делать с Софией. Если ей станет хуже, я не смогу, я не выдержу. Нет, не надо об этом думать. Придется. Вадик все время мечется. Ищет какие-то мифические лекарства. Чего-то ждет, живет иллюзиями. Нам нужен донор. Ни он, ни я не подходим, а других кровных родственников у нас нет. Сонечке нужен брат или сестра. Рожайте ребенка. Я бы именно так и сделала. Любой бы так сделал. Я не могу рожать. Мы решились на суррогатную мать. Мы все прошли, все сделали, все сдали. И в одно мгновение все рухнуло, он в тюрьме. Официально теперь никто не согласится. Неофициально могут обмануть. Наташа, а вы согласитесь? В смысле? Нет, конечно, что вы. Наташ. Нет, я не могу, да вы что? О чем вы вообще говорите? Наташа, подождите. Ну, соглашайтесь. Вам же нужны деньги, мы их хорошо заплатим. Да не уговаривайте вы меня. С чего вы вообще взяли, что я соглашусь? Вадим очень на вас рассчитывал. Вадим рассчитывал, что я стану суррогатной матерью для вас? Конечно, он же вел вас в нашу семью. Софья так к вам привязалась. И вы, кажется, к ней. Вы же любите детей, мы думали, что вы нас поймете. Извините. Паш, я не могу сейчас говорить, я перез... Что? Ты где? Я еду. Извините, мне надо бежать. Паша! Господи! Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Вставай, вставай, тихо. Тебе надо в больницу. Давай, давай. Что произошло? Портнов твой. Подставил меня. Он ведь обещал помочь. Когда ему мужики из банка звонили, трубку не взял.
Наташ, я тебя очень прошу, ну поговори с ним, иначе меня просто убьют. Да его сегодня арестовали, он в тюрьме. Конкурент, наверное, подставил. Какой конкурент? Да он мне наобещал с три короба, а теперь конкурент? Мне деньги нужны. Если я не отдам, все, мне конец, ты понимаешь? Так, все, я звоню в полицию. Ну, нет, нельзя. Они сказали, что Вику заберут. Вику? Да. И ты тут так сидишь? Трубку не берет. Мария Федоровна, Вика дома? Где она? Где гуляет? Она трубку не берет. О, Боже. Ты что делаешь, а? Тебе кто разрешил тут болтаться? Бабушка. Бабушка не разрешала, не ври. Быстро спускайся. Я кому сказала? Катя, ты давай слезай, мало ли что. Аккуратно. И телефон на лавку бросила. Я не могу до тебя дозвониться. Не ори ты. Ничего я такого страшного не сделала. Так, быстро домой. У тебя любовник, да? Что? Что ты сказала? Мам, ты все время там пропадаешь. Значит, у тебя любовник. Значит так, без моего разрешения из дома ни шагу, поняла? Почему? Да потому что это опасно. Все, не задавай вопросы, вперед. Лиля, это Наталья. Я по поводу вашего предложения, я подумала. Да, я согласна, но часть денег мне нужна сейчас. Угу. Нет другого выхода. Он подписал брачный договор. Полгода на подтвержденную беременность. Еще и фото с УЗИ хочет. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Тань, если не получится, я окажусь на улице. Понимаешь? Лиля, вы оба подписали договор с клиникой. С мамочкой тоже вдвоем должны подписывать. Это она сейчас ничего не понимает. А потом очухается и в суд на меня подаст. И что я буду делать? Ничего она не подаст. И деньги нужны. Тань, тебе же тоже деньги нужны. А если не получится, денег не будет. Вадик, если злиться, его ничем не прошибешь. Вообще-то, у нас и так не все чисто. Я удвою сумму. Вадик заплатит. Ради этого ребенка он сделает все, что угодно. Тань, я тебя очень прошу, у нас последний шанс. Сделай без его подписи, пожалуйста. Да сделали уже все. Ладно, пусть она сейчас подпишет, как есть. И забирай ее отсюда. Когда будет известно, получилось или нет? Через 2 недели. Танечка. Спасибо. Молодец. Все прошло прекрасно. Ты как? Нормально. Голова кружится. Это от анестезии, это пройдет. Слушай, тут надо договор подписать. Это на услуги клиники, что у тебя нет претензий. Чё ты бледная? Хочешь, я врача позову? Не надо, все в порядке. Хочу идти быстрее. Ой. Здесь? Угу. Все. Теперь пойдем. Отвези меня домой. Лиль, может, тебе хватит уже, а? Отвали. Хотя бы все-таки расскажи, что за повод. Есть повод. Повод есть. Закажи мне еще. Нет. Ну, давай. О! Черт.
Здрасте. О, здрасте. Рад видеть вас обоих. Скажите, а зачем вы отняли у меня моего мужа? Лен. Отвали. Нужен мне ваш муж. 100 лет вы его не видите. Хотите, отпущу? Хочу. Прям завтра. Только тогда у вас есть убедительная версия? Кто убил Григоришина, если не он? А главное, зачем? Зачем? Да. Зачем? А вы знаете, что ваш Григоришин тянул из моего мужа деньги и вбивал ему в голову всякую чушь? Вы себе там запишите где-то, что ваш Григоришин — это прохвост и главный жулик, понятно? А мой Вадик никого не убивал. Он бы даже не стал париться с этим газом, потому что Вадик, он нормальный мужик. Он бы просто по башке бы треснул и все. Ну что, тёша его сердит? Успокойся, стой здесь. Я напишу на вас жалобу. Вы пользуетесь временной слабостью свидетеля. Я-то что, я здесь просто клиент? Да, конечно. Да? Отвали ты от меня, я отмечаю. У меня праздник. Я буду мамой. Уже? Быстро. Конечно, блин, пришлось поторопиться. Это ты этот дебильный договор составлял. Я его оформлял, все идеи твоего благоверного. Кто будет матерью? Наша учительница по французскому. Какая учительница? Подожди, Наталья? Вадик в курсе? Конечно, Вадик не в курсе. Она подвернулась. Ты видел, как он на нее смотрел, Наталья Михайловна? Курица драная, решила дорогу мне перейти. Дим, она ему ребенка согласилась за деньги рожать. Думает, что он оценит, а он после этого в ее сторону даже не посмотрит. Лиль, стой! Лиль! Успокойся. Успокойся. Вадик пока в тюрьме. Ты черти что несешь в разговорах с полицией. Не разговаривай с ними без меня, хорошо? Я взрослая девочка. Тогда слушай сюда, взрослая девочка. На клавиатуре Григоришина нашли твои отпечатки пальцев. Я сказал, что компьютеры покупал Вадик, ты дарила. Ну, это такая благотворительность. Понимаешь? Ты меня в убийстве, что ли, обвиняешь? Все, успокойся, пойдем. Ты меня, что ли, обвиняешь? Иди в машину, живо! Да пусти. А я думаю, что убийца ты. Ты сам говорил, что хотел кого-то отравить. Ты что несешь? А мой муж за тебя отдувается. Я сейчас пойду, я тебе все расскажу. Куда ты пойдешь? Да пусти ты меня, ты Вадика все время топишь! Ты ненавидишь моего мужа! Ненавидишь Вадика! Она почему-то с ними боролась. Знаешь, в один из дней она смешала пиво с кефиром и намазала все это на лицо. Я на нее как посмотрю, так меня смех разбирает. Остановиться не могу, а она... Она обиделась. Я тогда не понимал, зачем она это делает. Ведь она мне так нравилась вместе со своими веснушками. Они были замечательные. Кнопочка, она очень тебя любила. И я тебя люблю. Так что засыпай, моя девочка, я скоро вернусь. Спокойной ночи. Спасибо. Так, это какой мир? Ага, все в порядке. Так. А тут у нас... Ой, ух ты, какая тяжелая. Давайте помогу. Не надо, спасибо. Я сама. Мария Федоровна, ну что такое? Чем я виновата? Ты куда собралась? На работу. У тебя отпуск. Нет, что. А Павлик обижается. А главное, Вика, вот она сидит сейчас около дома на скамейке, ждет. Иди, объясни ей, куда ты собралась. Я...
Любовника у меня нет. Давай рассказывай, на что злишься. Ты ходишь к этой девчонке, а на меня ноль внимания. Даже на море не поехали. Хожу, чтобы поехали. Ты думаешь, у нас откуда деньги берутся? Ты прям как маленькая. Сейчас каникулы, не бывает никаких учеников. А ты к ней прям бежишь. У этой девчонки и телефоны, и все такое. Небось, каждый месяц ее возят, куда она захочет. А у меня ничего нет. Никуда ее не возят. Она вообще из комнаты не выходит. Знаешь, какая у нее мечта? Самая-самая. Ходить в школу, как ты. Каждый день. Вика, она болеет. Врачи думают, что умрет. И она об этом знает. Ей очень страшно и одиноко. Единственный, кто у нее есть, это папа. Но он сейчас уехал, и неизвестно, когда вернется. Он ее бросил? Нет, ему пришлось. Если ты скажешь, чтобы я больше туда не ходила, я не пойду. Иди. Надо было сразу сказать. Ничего мне не рассказываешь. Лилия Марцевич. Только женщина могла написать такой нелепый, ничем не подтвержденный донос. У меня не было повода убивать Григоришина, и я, конечно, ему никогда не угрожал. Вы любовники? Секс — это еще не любовь. Некоторые женщины считают иначе. Вы чем-то ей серьезно насолили? Ну, послушайте, вы действительно в это верите? В это? Нет, что вы. Вряд ли бы вы стали с кем-то делиться планами перед убийством. Слушайте, а сама Лилия могла подставить мужа? Ну, вообще-то они только что поженились и... И только что составили брачный договор. Вы сами говорите, что его подставили. У нее был мотив, возможность. А? Не, это не она. А вы бы лучше присмотрелись к нашим конкурентам. Вы себе представить не можете, что такое фармацевтический бизнес. Это ужас, ужас. Я могу быть свободен? Да? Тогда всего доброго. Ну что, девочки, поздравляю. У нас все по плану, все будет. Я побежала, у меня сегодня завал, еще увидимся. Не знаешь, что сказать? Можем? Не знаю. Извини. Пойдем. Да. Лиль, ты что творишь? Я думал, ты разозлилась, что по пьяни какую-то чушь несешь, а ты доносы на меня пишешь. Ты с ума сошла? Ты себе яму роешь, не мне, дуреха. Слушай меня внимательно. Ну, ладно. Лиль, не бросай трубку, пожалуйста. У тебя сегодня в 12 встреча с Вадиком. Не опаздывай, я еле договорился. У меня как раз для него хорошие новости. Ты давай работай там порасторопнее. Ты же знаешь, я для Вадика все, что угодно сделаю. А тебя не пожалею, понял? Наташа, мне разрешили свидание с Вадимом. Вы сейчас к нам все равно едете? Угу. Если я задержусь, дождитесь меня? Да, конечно. Софья вас боготворит. Все, я убежала. Еще монетизацию включу. У нас парень 6-го Д под 30-ник сшибает. Но у меня уже тоже много подписчиков. 64. Подпишешься? Конечно. Хочешь, покажу? Да. Ага, давай сейчас. Квартира. Окно, потолок, стены, европаркет, евроремонт, евростандарт. Ветер рушит, он текает во все щели. Детям лето оставлять все так не вариант. Прыгает в горло, ветер душит даже сильно. Ветер стирает, а слезы сушит, унося. Слишком поздно вы про этот ветер спросили. Непонятно, где теперь обломки висят. Мы дети ветра, мы путь выбираем сами. Мы дети ветра, свободой дышим я и ты.
Мы дети ветра, под поднятыми парусами. Сквозь все преграды спешит на яркий свет мечты. Йоу! Ну как? Круто! Научишься? Я попробую, я научусь. А покажи прямо сейчас. А у тебя же температура. Ну, она была, а потом раз и все, ее нету. Покажи, пожалуйста. Ладно, давай потом сделаем группу, назовем «Мои дети ветра». Смотри. Поехали. Мы дети ветра. Мы путь выбираем сами. Мы дети ветра. Свободой дышим я и ты. Послушайте, по-моему, она разговаривает с моей дочерью. Надо же. А вы вообще уверены в правильности этого ее диагноза? К сожалению, да. Знаете, мать Софии до беременности тоже выглядела абсолютно здоровой, а после родов сгорела буквально за месяц. Как понимаю, у Софии ситуация еще хуже. Наташ, мне с вами поговорить нужно. Пойдемте, я вас чаем напою. Я тут сегодня за хозяина, даже домработницу отпустил. У нее какие-то важные дела. Гришаня, это я. Ты меня ждешь? Все. Давай, бегу. Бегу, бегу, бегу. Вы знаете, Наташ, суррогатное материнство – это достаточно экстравагантный способ поправить свое финансовое положение. Вы зачем согласились? Если честно, сама не понимаю. Сейчас мне это кажется безумием, но тогда... Тогда казалось, что другого выхода нет. Надо было с Вадиком посоветоваться. Он удивится. Так, сам хотел. Мне Лили сказала. Лили сказала. Вадик очень рассчитывал на лекарство Григоришина. Оно было уже на стадии клинических испытаний. Григоришина убили. У Софии остался единственный шанс выжить – это донор. Брат или сестра, ребенок ее единокровных родственников, то есть... Вадика и Лили. Только поэтому Вадик согласился на суррогатное материнство. У него выхода другого не было. Но он очень-очень удивится тому, что суррогатной матерью будете вы, Наташа. Вы знаете, я не знаю, что бы делала нормальная женщина в такой ситуации, но, наверное, как-то попыталась спасти жизнь своей племянницы, а Лиля выставила ему кучу разных условий. Чтобы он на ней женился. Угу. Деньги, большие деньги, недвижимость. Вот, смотрите. Я так хотела тебя увидеть. Как ты? Я в порядке, все нормально. Как София? И с ней все хорошо? Вадик, у нас будет ребенок. Уже? Это хорошо. Кто согласился? Какая теперь разница, он наш. Так что береги себя, ему нужен будет отец. Свидание окончено. Вадик, мы тебя обязательно вытащим. Ты не волнуйся, я об этом позабочусь. Это новый Лилин дом в Испании. Крупное вложение, он еще не выкуплен, вынесена небольшая предоплата. Но теперь, когда Вадик в тюрьме, Лиля может свободно распоряжаться частью его финансов. Потому что она мать его ребенка. Подождите. То есть вы хотите сказать, что это Лиля подставила его? Подождите. Получается, она что,
Убийца? Нет, 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 Наташа, я ничего такого не хочу сказать. Но вы правы, такие подозрения возникают. И получается, что вы... Получается, я ей помогаю. Вот и Лиля. Ты меня обманула. Что? Получается, этот ребенок нужен тебе, чтобы купить домик на побережье. Какое твое дело? Что, где и как я собираюсь покупать? Ты думаешь, я не понимаю, что ты здесь делала? А я тут твое вранье слушала. Используешь детей ради выгоды. Конечно, а ты такая добренькая. Пришла он к бедной больной девочке, спасительница. Этот дурак вон уже развесил. Она просто тащила его в постель. Никуда я никого не тащила. Я не понимаю, почему ты выбрала именно меня? Потому что ты подвернулась. Ходишь тут, шаришься жадными глазами. Родишь ребенка, получишь деньги и все. Никому от тебя ничего не надо. Ты никому не интересна. И запомни, это мой дом. Это дом Вадима и Софьи. И не ори, а то она услышит. Да я плевать хотела, вся жизнь ей подчинена, задохнуться можно. Этого больше не будет, теперь я хозяйка. Это ты Вадима подставила, да? Послушай меня. У тебя мой ребенок. Обратного пути уже нет, так что не суйся куда не надо. Снимите наручники. Мой клиент свободен. Его только что в зале суда официально освободили. Снимите наручники, я вам говорю. Вы издеваетесь, что ли? Я буду требовать вашего отстранения. Хотите, требуйте. Что ж такое-то? Это самодурство какое-то. Вы не можете его... Вы не можете его... Вы не можете его увезти! Я его адвокат! Да, Лиль. Все нормально, освободили его под залог. И чтоб ты знала, это было непросто. Я не знаю, когда мы приедем. Хотел поделиться информацией. Без свидетелей. Веселая у тебя жизнь. На одну только женился, вторая вот-вот родит, и обе готовы сожрать друг друга. Сидеть будешь ты. Я могу идти. Дети ветра, и путь мы выбираем сами. Мы дети ветра, свободы дышим я и ты. Мы дети ветра, под поднятыми парусами. Сквозь все преграды, спешим на яркий свет меч. Папа! Привет, моя дорогая! Привет! Ну, чем ты занимаешься? Красавица! Папа, у меня новая подружка. Я учусь танцевать рэп, у нее свой блог, круто! То есть ты теперь будешь рэпершей? Ну, чуть-чуть, да. Соскучилась? Да. Я очень. Вадик, ты вернулся. Ну-ка, Кноп, давай, как я учил. Раз. Раз. Два. И... Продолжай репетицию.
А я поговорю с тетей Лилей, хорошо? Хорошо. Идем. Пойдем. Паш. Нам надо поговорить. Про деньги? Слушай, давай поговорим. Наташ, я понимаю, ты злишься. Ты мне уже давала, но мне еще нужны. Достань еще. Очень нужны наличные, Наташ. Ну... Наташ! Смотри, какая прелесть. Совсем скоро у нас будет малыш. И он спасет нашу Сонечку. Что ты молчишь? Вадик, тебе не нравится? Собирайся, тебе пора. Ты что, меня выгоняешь? Ты не можешь, я мать твоего ребенка, ты договор подписал. Что ты знаешь о смерти Григоришина? Ничего. Ты должна уехать. На время. Не могу понять только одного. Почему именно Наталья? Ты хочешь сделать мне больно? Ты и правда, что ли, в нее влюбился? Поверить не могу. Да какая тебе разница? Тебе деньги нужны? Они у тебя будут. Я же дал слово, я тебе обещал. Я не сбегу. И будем воспитывать детей вместе. Да, Наташ, нормально. Что, деньги? А, как скажешь, не вопрос. Наличными так наличными. Да, давай завтра встретимся у нас дома. Угу. Отдашь? Отдам. А ты еще меня меркантильно считаешь. Думаешь, что я все за деньги делаю. Она тебе ребенка согласилась рожать за деньги. Еще торговалась. И ведь с голоду-то не пухнут. Как можно вообще на такое пойти? Выносить, родить и отдать, как вещь. Пожалуйста, проходите. Наталья Михайловна, здравствуйте. Здравствуй, Сонечка, рада тебя видеть. И я вас. Кнопка, поднимись, пожалуйста, наверх. Спасибо. Дело в том, что мы договорились с Лилей. Да, я знаю. Лиля уехала. Деньги отдам вам я. Идите за мной. Вот ваши деньги. Пересчитайте. Не буду, я вам доверяю. Я не знаю, сколько точно здесь надо пересчитать. Я... Перестаньте. Я думала, это с вашего согласия. Думала, вы с самого начала... Решил, что вы должны познакомиться с Софией. Она привыкнуть к вам, а вы потом для нас с Лилией родить ребенка? Так вы решили? Ничего уже не изменить, теперь это не важно. Да, действительно. Теперь ничего не изменить. Сумма большая. Так что чего обращать внимание на мелочи-то? А что вы хотели? Мне действительно нужны деньги. Это правда, все? Послушайте, надо было просто попросить их, а не торговать своим телом, тем более детьми. И потом, зачем? Я не могу понять, зачем. Вы сделали аудиозапись истерики Лили. Потом сделали так, что эта запись оказалась у полиции. Чтобы я с ней развелся, да? А вы за меня вышли замуж, так что ли? Да что вы такое говорите?
Я вообще не знаю ничего ни про полицию, ни про запись, ни про развод. Отпустите мою руку, мне больно! И никогда ко мне больше не подходите. Деньги я получила. Пойдем. Эти деньги я получила за то, что стала суррогатной матерью для ребенка портного. Чего ты сказал? Я стала суррогатной матерью для ребенка портного. Наташ, ты что, с ума сошла? Ты вообще своем... Ты зачем это сделала-то, дура? Все, успокойся. Успокойся. Ну, честно говоря, я не понимаю, что так беситься. Тебе нужен ребенок, ей нужны деньги. Отличная сделка. А здесь кому-нибудь, кроме денег, что-то нужно еще? Возможно, но я бы на это не рассчитывал. Подожди, или тут другое? Вадик, ты не надейся, она от мужа не уйдет. Она ребенка не бросит. Действительно не бросит. Кстати, о Лиле. Полезешь к ней в постель, я тебя убью. И не потому, что ревную ее, а потому, что она будет прикасаться к моему ребенку. Здравствуй. Наташа! Мать. Наташа, ты где? Наташа, ты? Я тебя даже не вижу. Слушай, как это? Я не понимаю, что происходит. Это кошмар какой-то. Ну. Девочка моя. Тихо. Все будет хорошо. Держись по мне, мой хороший, мой родной. Мне кажется, что я умерла. Кто же это с тобой сделал-то, а? Я не знаю. Я сегодня была в морге и смотрела, как меня вскрывают. А еще хочу посмотреть в лицо того психа, который меня убил. Он говорит какие-то факты, которые может знать только Лера. А все видят то, что вижу я. Меня убили здесь, в этом отеле.